И вновь доброго времени суток, вещает канал No Comments Paradox, и мы продолжаем, играя за Генриетту, проходить черепашью голову. Прекраснейшая игра! И вот, мы пришли к нашей смерти. Доброе утро. Альберт с чистым холстом. Холстом. Чистый холст. Один из них окажется окровавленным, да? Что это? Здесь лежит старая газета. Прочитать? Естественно. Пропала учительница. Капсом написано. 25-летняя Марианну Лили видели в последний раз в ночь на 16 января в местной средней школе. По сообщениям она сказала другим преподавателям, что задержится допоздна, чтобы закончить какую-то работу, но на следующий день она не появилась на утренних занятиях, и никто не мог связаться с ней. Было быстро обнаружено, что ее автомобиль все еще находился на стоянке школы с прошлой ночи. Кроме того, небольшое количество крови было найдено на земле рядом. Хера себе. Она пыталась уехать, но ее не пустили. Полиция считает, что кто-то мог напасть на нее, когда она шла к своей машине той ночью. К сожалению, ничего нет, что указывало бы на местонахождение Лили и ее, или ее нападавшего. Власти не подтвердили, что связан ли этот инцидент с исчезновением двух молодых девушек, которые учились в той же школе в прошлом году. Всем, кто располагает информацией, связанной с этим делом, настоятельно рекомендуется дать показания. Фига себе. А, господи, зачем я туда нажала, а? Да ничего нет. На столе находится несколько художественных принадлежностей. Так возьми. Разрисуй этот проклятый мир. Здесь представлена работа учеников. Чё там, где там? Чё-то где-то булькнуло. Так, разобралась я с бульканьем. Пошли дальше. Чё-то мне это не нравится. Так, глаз готовки. Сюрприз! Когда тебе говорят сюрприз, сейвись. Потому что сюрприз вряд ли окажется приятным. Шкаф заполнен оборудованием для уроков домоводства. Домоводство. Плита. Сейчас нет необходимости возиться с духовкой. Так, на столе лежат несколько бумаг. Одна из них особенно выделяется. Что в смысле? БГЖЗ и краткое АМП ОРК 19 46 19, скорее всего. 46-19. Хорошо, 46-19. Шкафчик заперт. Требуется пароль. 46. Неправильно. Хорошо. Орок 6. 19. Ну не 4 же, а 40. Ну ладно. Странно. Ответ в мужской уборной. Не-не-не, спасибо, я лучше так разберусь.
А, может быть, типа, вот 40, потом 6, потом 19. Спасибо. Шкафчик заполнен книгами. Поверх одной из них помещен ключ. Подобран ключ от подвала. Куда рискнем здоровьем сунуться? В подвал или в уборную? Ёхана бабай. Двери закрыты на цепь. Пошли в мужскую уборную, что ли. Типа туда ближе. Сюрприз. Чё? И тебе привет, мудила. Я больше не хочу туда идти. Использован ключ от подвала. Можно я больше туда не пойду? Дверь заперта. Так. На полу лежит листок бумаги. Прочитать? Да. Памятка от сторожа 4 марта. Я ненавижу быть вестником плохих новостей, но я думаю, что у нас может быть проблема с паразитами. Однажды ночью, когда я подметал коридор на первом этаже, я слышал странный шум. Это было похоже на умирающего грызуна. После недолгих поисков я понял, что шум идет из вентиляции. Ввиду этого я мало что мог сделать, кроме как установить несколько ловушек в нескольких воздуховодах. Нифига. Спустившись в подвал, я также заметил, что из старой кладовой доносятся какие-то звуки. Вполне возможно, что эти паразиты гнездятся там. Если бы только кто-нибудь не ушел и не потерял этот хренов ключ, я мог бы войти туда и избавиться от них. Хорошо, что там нет ничего важного, иначе бы нам пришлось буквально сломать дверь, чтобы попасть внутрь. Ага, здесь лежит ключ. Подобран ключ от библиотеки. Ох, на бабай. Кто там? Внутри только пыль. А можно мне к этой пыли запихнуться? Я не хочу туда выходить, там какой-то странный шум. Ну ладно, пошли, смелая Генриетта. Дверь заперта. Блять! Блять! Бля, 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 бля. Нет, 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 отстань, отстань, отстань. Ага, мовер. Срань. Срань. Маленькая гадкая срань. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Баба Леха. Вдохнули. Выдохнули. Мысленно проматерились. Пошли вздыхать дальше. Коротко об алгоритме работы моего мозга во время этой игры. Бляха, 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 бляха. Он шкаф перевернул. Прикинь. А-а-а, пусти, пусти, пусти меня. Будет действительно долго. Первый час прохождения нам жепа. Yeah.
есть время на все что угодно на том свете. Я поняла. Ах, кузякака. Пойдем. Вдыхать, задыхать, вздыхать. Поганец, а? Взял, перевернул мой шкаф, ты смотри на него, а? Ковнюк. Он знал, где я. Он просто. Тут только веник и совок. Использован ключ от ящика с инструментами. Внутри ящика есть несколько инструментов. Взята пара кусачек для проволоки. Была у меня на примете пара дверей. С проволокой. Здесь не так много литературы на тему ужасов. Многие из фантастических книг довольно толстые. Биографии ты не узнаешь очень многих людей, о которых мне не говорится. В этой секции хранится приличное количество исторической фантастики. Здесь много детективных романов разных авторов. На полке аккуратно разложены всевозможные энциклопедии. Знаешь, что мы сохранимся? Здесь лежит памятка. 6 букв, 4 цифры, всего 10. 6 букв, 4 цифры. Господи, за что? 6 букв, 4 цифры. Секция романтики. Многие из корешков красочные. Небольшое количество книг по поэзии. Книги по компьютерной науке и технике. Научная фантастика. Кажется, у них есть произведения популярных авторов. Много больших книг, среди которых собраны произведения классической литературы. Книги о природе различных видов животных. Ассортимент приключенческих романов. Сборник сказок, который ты помнишь с детства. «Красная шапочка», «Три поросенка», «Черепашка» и «Заяц» и т.д. Кстати, о черепахе. Я знаю. Сукин сын. Он написал, что он знает, где я. Говнюка. Ладно, ладно, я с тобой еще поговорю когда-нибудь. Господи, да что там за бульканье опять? Эх, ладно. Куда нам там надо? Туда, где проволока, и что-то затянуто. Что это? Так, эта батарейка была вытащена из радио. Там мы тут были. Начинается слепое. Слепое попытку поиску. Кусачки использованы на двери. О, интересно, где нам в следующий раз спрятаться? Здесь что-то написано. Логин, пароль. Цитрус. Ситрус. Запомнил? Ситрус. Похоже, часть отсутствует. Ситрус, ситрус. Ситрус, обе ситрус с этим черепахоголовым. Здесь лежат несколько профилей учеников. Посмотришь их? Похоже, есть профиль Эммы. Прочитать? Да. У Эммы всегда кажется безграничный источник энергии. Даже в начале утра понедельника она явится ни свет, ни заря, более веселой, чем остальная часть ее класса вместе взятая. Как ни странно, она всегда торчит с двумя учениками, которые являются ее полной противоположностью с точки зрения личности Генриетты и Мейсон. Генриетта всегда была тихой и застенчивой с тех пор, как я впервые увидел на первом году обучения. И с тех пор, как Мейсон перевелся, он был довольно сдержанным и старался держать себя в руках. Думаю, Эмма не могла вынести, что оба они все время будут себе так
антисоциально... Что оба они все время ведут себя так антисоциально. Поэтому она взяла на себя обязательство подружиться с ними. Хотя, видя, как она располагает их к общению, я действительно рад, что она моя ученица. Но часть меня могла бы жить и без ее постоянных разглагольствований об оккультизме. Оккультизме? Эмма оккультист? Шо? Эмма, ты что? Кто призывает демонов по выходным, а? Мисс Позитив. Здесь лежит плюшевая игрушка. Ситрус, запомнили? Ситрус. Обоситрус. Обоситрус. Мисс Эмма. Эмма. Почему ты об оккультизме говоришь? Нельзя у нее спросить, да? Наверняка это она вызвала демона. Я тебе точно говорю, она вызвала демона в эту школу. Она вызвала демона в эту школу. Ручки прикованы цепи с другой стороны. Пошли искать другую сторону. Так. Хорошо. Что тут? Почитать? А, это мы видели уже, да? Пойдем. Почему она автоматически не переходит в другие комнаты? Почему? Больше мне ничего не нужно из шкафчика. Для полезного нету. Нету слова нету. Это меня заразила та игра. Ночной визит называется. Я до сих пор не могу найти ее концовку. А! Господи, за что? А? Двери заперты на цепи. В туалете у нас сюрприз. Где же хоть что-то, а? Чё там? Чё там? Чё там? Нет ничего. А тут? За что? А за что? Мне все это. Попробуем сюда зайти. Дверь заперта. У нас есть выбор. Скажи, пожалуйста, я всю школу уже облазила. Ручки прикованы цепями. Использованы кусачки для проволоки. Выброшены кусачки для проволоки. Чую жепу. Ну пошли. Логин, пароль. 12507. 12507 Ситрус. 12507 Ситрус. Все запомнили? Точно? Потом спрошу, что Ситрус 12507 9899766. Это тоже запомни. 6284. Записывай, записывай пока. Я тебя потом обо всем спрошу. 9914. Эй, как до тебя добраться, бумажка? 3681. Жалюзи закрыты. Двери прикованы цепью.
Ладно, поищем, что с этим делать дальше в следующей серии. Хорошего времяпровождения. Это был канал No Comments Paradox. Услышимся в следующем видео. Пока.